Доброе утро или доброго ранку, шановные глядачи, как говорят наши братья-украинцы. Итак, у Украины есть безвиз или безвизовый въезд в Европу. И я искренне поздравляю наших украинских друзей с этим и нас всех. Чем это нам грозит? Или какие преимущества для украинцев? И я бы сказал, что зря товарищи в Российской Федерации смеются. Это не власть смеется, конечно, не народ. Это смеются какие-то люди, которые достаточно не обладают информацией. Или обладают недостаточной информацией. Во-первых, почему-то я не пойму, не очень озвучено это событие. А событие достаточно большое. В какой-то степени Украина хорватизируется или маньчжуризируется. То есть Украина становится более привлекательной для бывшего Советского Союза, для пространства. Речь идет не только о, скажем так, России, потому что возможностей реально становится гораздо больше. Я очень не люблю противопоставление России и Украины. Мне очень не нравится, когда и власть этому потворствует, и та, и другая. И особенно какие-то тролли. Очень хотелось бы этих людей наказывать. Но, я вам скажу, это первый шаг на пути в открытое общество. Эти люди, которые живут, допустим, в Австралии, на Западе, у них есть определенные вопросы. Такое ли уж это общество открытое? Но, как бы то ни было, мы сейчас проверяем украинцев на их адекватность. И знаете, вот мой личный опыт говорит о том, что украинский народ и ребята мои, студенты, украинцы, это одни из наиболее адекватных когорт студентов, с которыми я встречался. И всегда они платят той же монетой, которую даешь им и ты. Дело в том, что если люди будут просто въезжать, проводить время без визы в Европу, находить возможности учебы, находить возможности работы, они будут это находить. И украинцы, поверьте мне, работают хорошо и учатся хорошо, что вы видели, в принципе, и с роликов из КОА, и из других учебных заведений. И поэтому, если они себе, украинцы, поставят авторитет, то дальше будет очень и очень интересно, потому что это и есть для меня пробный камень для того, чтобы люди, если они хорошо себя зарекомендуют, наши ребята, граждане Украины, в Европе, то через год-два мы можем надеяться на то, что визы украинцам в Австралию будут даваться очень легко. И это, в принципе, одна из наших целей, чего ж греха таить. Дело в том, что мы хотим, и правительство Австралии хочет, чтобы приезжали сюда люди, учились, работали, жили, да, в общем-то, и оставались. Чтобы не было вот этой грязи, нелегалов, какие-то беженцы и так далее. И я думаю, что вот этот безвиз, это вот эта первая ступенька, и я как бы очень и очень рад тому, что это произошло. Я надеюсь, что украинцы и правительство Украины, если оно национально ориентировано хоть немножко, должно понимать, что, и, кстати, украинское, слава богу, посольство очень хорошо понимает то, что люди, которые будут сюда приезжать, украинцы, они сформируют украинское лобби в стране. Это отличнейшая, отличнейшая вещь для любой страны, любого этноса, любого государства. И достаточно было бы 10-20-30 тысяч, наверное, чтобы людей вот в ближайшее время сюда переехало и стало австралийцами, чтобы отношение к Украине существенно изменилось, особенно экономическое, да, в общем-то, и политическое тоже. Это тихая эмиграция. Да бога ради, если это могут делать китайцы, украинцы это делать могут гораздо лучше. Что касается отношения России и Украины, я вам так скажу, что я русский человек, и я очень симпатизирую своим людям, какие бы они ни были. Но я очень симпатизирую и украинцам, и естественно, во мне тоже течет и украинская кровь. Я скажу, что на шахматной доске, то что политика это шахматная доска, я бы сравнил вес Украины и России как вес пешки и слона, а может даже ладьи.
Но дело в том, что у пешки есть одно очень важное свойство. Достаточно сделать 7 или даже 6 ходов, и пешка станет ферзем. А ферзь — это самая мощная фигура на доске. Поэтому я очень желаю, чтобы вот этот вот безвиз стал для украинцев проходом пешки ферзи. Возможности есть, была бы воля и желание. Ребята, если вам нравятся такие ролики, если вы хотите видеть их больше и больше, если вы, вам нравится этот анализ, а не только какие-то слащавые, завлекательные речи, присоединяйтесь к нашей системе, к нашему проекту. Помогайте нам, мы будем помогать вам, безусловно. Ставьте лайки, дизлайки, комменты, обсуждайте материал, делитесь материалом онлайн. И я думаю, все вместе мы сформируем ту систему, которая всем нам будет полезна. И это utility, то есть полезность. Вот это главное, что должен делать видеоблогер и те люди, которые являются его подписчиками. И вместе мы большая сила. Большое спасибо.